В Заволжском районе Твери подвели итоги традиционного конкурса «Дом, в котором мы живем». В нынешнем году в творческом состязании приняли участие 14 жителей города. Подробности в нашем сюжете. Смотр-конкурс по благоустройству, в рамках которого активисты и общественники представляют на суд жюри результаты своего труда, проходит более 20 лет. Каждый год жители стараются привнести в благоустройство своих территорий что-то новое. Традиционная церемония подведения итогов прошла в районной администрации. Мы надеемся, что с каждым годом количество участников данного конкурса будет больше, а соответственно жизнь в Заволжском районе краше. В этом году конкурс проводился в номинациях «Наш двор – самый лучший» и «Цветущая клумба». Жюри оценивало оригинальность и дизайн, разнообразие сортов растений, комплексное благоустройство. Проведение таких конкурсов помогает укреплять связи жителей микрорайона и администрации. А поддержка местных инициатив, она всегда очень важна. По итогам конкурса победителями стали жители 8 домов Заволжья. В августе пройдут церемонии награждения в Московском и Пролетарском районах. На Пролетарке победили 3 двора. В Московском отметят всех участников, как и в Центральном районе, где впервые не стали выбирать победителей и поблагодарили сразу всех активистов.